Девчата, молодцы! Ну что, выходите сюда на полянку, к дедушке поближе. Так, выходите пошире. Ну, не толпиться. Вот дедушку вы рассмотрели, рассмотрели. А теперь давайте займем всю полянку. Вот сюда можно пройти. Вот так. Ну что, с дедом играть будем? Да! А знаете, какая у меня игра есть интересная? Называется у меня игра «Сугроб». А знаете, про что эта игра? Да! Вот кто в сугроб попадет, у дедушки, надо отгадать, кто же в сугробе из девочек или мальчиков. Вы отгадывать любите? Да! Вот у меня какой будет сугроб. Сейчас вы под музыку будете танцевать, бегать, а потом сядете на коленочки, глазки спрячете ладошками, да? Да! Ну, да. Давайте под музыку веселимся, пока сугробов нету. Так, все сели. Всех сидят, спрятались. Вик. Ну, а кто? Кто игру нарушает? Ай-яй-яй, все, нарушитель садится на стульчик. Да. Открываем глазки. Вик. Ай, вы с дедушкой не хотите по-честному играть. Вы подглядываете. Нет. Дети больше так не будут. Я рассердился на вас. Больше так они не будут. Будем играть по-честному? Да, да. Будем по-честному играть. Так, все глазки спрятали. Кто глазки не спрятал? Открывайте глазки. Кто в сугробе? Вот теперь по-честному. Егор вот стоит. А, не видите вы? Кто в сугробе? Девочка или мальчик? Правильно. Все сидят, спрятались глазки по-честному. Кто не спрятал глазки? А? Кого я сейчас заморожу? Ушки. Ну, открыли глазки. Спрятал. Ах, шалун. Ну-ка, ручками глазки прячь. Прячь. Вот так стой. Подглядывать будешь. Открывайте глазки. Тоже там сугроби. Ох, устал я. Посижу. Ребята, присаживайтесь. И на елку я сам. И на елку погляжу. А вы мне спойте
Спляшите, стишок расскажите. Но. Сейчас, минуточку, дедушка. Сейчас, пока сидим. А, вы уже знаете, что вам надо выйти. Да, да? Хорошо, становимся к елочке. Вот так. Что, еще играть будем? Да! Кто устал? Кто устал? Ох, такие старички у меня тут собрались. Вот, снежочка будем играть. А снежочек у меня непростой. Да холодный вот какой. Сейчас снежочек я вам отдам. Будем играть со снежочком. Дедушка будет бежать за снежочком. Как поймаю, отберу. Договорились? Да! Так. А как же мы будем передавать на ту сторону снежочек? Давайте. Встанем в круг. Да. Соберемся. Пошире. Взяли за ручки, ребята, и растянулись. Молодцы. Аккуратно. Ну что? Так, отдаю снежочек. Раз, два, три, снежок, беги. Так. Сейчас поймаю. Ага. Вот поймаю. Ой, внучата, что это он? Куда это он? Ой, да куда что он бежит? Ой. Ой, куда бежишь? Куда бежишь? А? Ой. Ой. Дедушка, смотри, снежок-то у нас подрос. Да, подрос. Это уж не снежок, а какой-то волшебный колобок. А? Что там в колобочке? Лежит. Кто хочет посмотреть? Ну, подходите ближе. Так. Что же тут в колобочке волшебном? Подарки, конечно. Садимся на стульчики. Ну что, сейчас еще пожелтые подарки. Так. Тоже хотите. Так. Сейчас. Ну что, внучата? Всем подарочков хватило? Да! А что деду надо сказать? Спасибо! Ага! Ну, а теперь, как говорится, нам пришла пора проститься. С вами встретимся мы снова в праздник ровно через год! Будьте счастливы, здоровы, юный керченский народ!
Новым годом, внучата! С Новым годом! Ох, как слабо! С Новым годом, внучата! С Новым годом! Ох, как слабо! Вот смотрите, как надо! С Новым годом, внучата! С Новым годом! А они забыли! Вот как надо! Вот! Слушайте! А? Ну что, будем фотографироваться с дедом? Да! Мальчики берут стульчики и подходят к дедушке. Подарок.